События, которые происходят в нашей жизни. Каждая конференция, каждая встреча врачей и пациентов крайне важны для нас. И вот после проведения сегодняшнего форума, конечно же, будет много мероприятий, будет много встреч, это будут пациентские школы, это будут различные конференции. Конечно же, у нас предвидится большое событие. Мы с вами становимся одной частью с нашим миром, с пациентами всех стран. И одно из мероприятий, которое традиционно проводится, это марафон. Пожалуйста, включите презентацию. Соответственно, вот цель проекта FinPink Europe – это привлечь внимание к проблеме рака молочной железы. Посмотрите, поддерживается ведущими организациями, прежде всего, Европейской школы онкологии. Кроме того, это важно, когда социально значимые компании также включаются и поддерживают работу таких вот важных вех в жизни наших больных и врачей, которые работают и живут рука об руку. И в знак солидарности женщины, победившие рак молочной железы, все вместе собираются, и это случается 29 сентября в 16 городах Европы. Счастливые лица, когда мы понимаем, что жизнь, она самое ценное, что у нас есть сегодня. Сегодня оно бесценно, и хорошо, когда с этой радостью можно поделиться с коллегами, перенесшими очень тяжелый период жизни, но перенесшими и победившими. И вот уже 16 мая 2019 года прошел вот такой вот 20-летний юбилейный забег, в котором в том числе принимали и наши коллеги, наши врачи, Евгения Владимировна Харченко и Комарова Юрия, принимали участие в этом забеге. Все были объединены розовым цветом. Закончилось, да? И такое впервые действительно это побег, да, что в России такой же проект состоится 29 сентября. И мы привлекаем к этому проекту все пациентские организации. Очень важно, чтобы мы собрались 29 сентября все вместе и проявили свою волю, показали, что мы сильные, а вы действительно самые сильные. И в этом никто не сомневается. Но надо помочь тем, кто у кого еще зародилось сомнение в сердце, и объединившись, и если мы, вот этот марафон случится, а он случится, и это будет большая победа для нас всеми с вами, вместе всех здесь с присутствующих. Поэтому мы будем привлекать активно к этому событию пациентские организации, будем привлекать к этому событию и социально значимые компании, вклад которых для нас также важен, и правительство Санкт-Петербурга поддержало данный проект. И мы ждем вас всех в Санкт-Петербурге 29 сентября на вот таком вот марафоне. Благодарю за внимание, и дальше мы начинаем нашу работу.